А сейчас, ну уж так, чтобы запомнилось это все, знаете ли, вот, я решил, что сейчас на ваших слегка изумленных глазах произойдет одновременно и рождение, и ухождение нового совершенно коллектива. Можно долго рассказывать об этом коллективе, который сложился, еще не сложился, но сложится, а потом разложится совершенно спонтанно. Это дуэт, это великий дуэт, премьеру которого и одновременно последнее выступление вы сейчас увидите. Дуэт называется «Боря». Это не имя, это аббревиатура. «Бор» — это Борис, а «Я» — это «Я». И я приглашаю второго участника дуэта, Бориса Кельмана. Боря, пожалуйста, возьми стул. Иди сюда, садись вот здесь. Так, я тебя боюсь. Садись, да. Микрофон. Значит, Лара Брохман задала такую планку. Ну, танго так танго. Это тоже одна из любимейших песен из фильмов. Это песня из фильма «12 стульев». Помните, такое страстное танго про креолку. И сейчас дуэт Боря. Поприветствуем дуэт Боря. Где среди пампасов бегают бизоны, и над баобабами закаты, словно кровь. Жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, жил пират, не верящий в любовь. Но однажды утром, после канонады, после страшной битвы, возвращался он домой. Стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой. Там, где любовь, там, где любовь, там, где любовь, там всегда проливается кровь. Словно статуэтка девушка стояла, и пират корабль свой к ней направить поспешил. И в нее влюбился, и ее назвал он птичкой на ветвях своей души. Но однажды ночью с молодым ковбоем стройную креолку он увидел на песке, и одною пулей он убил обоих и бродил по берегу в тоске. А когда наутро, плача о креолке, понял он, что страсть свою не сможет заглушить. Выстрелил в себя он, чтоб навек умолкла птичка на ветвях его души. Там, где любовь, там, где любовь, там, где любовь, там всегда проливается кровь. Дуэт Боря!